Всем привет! Наконец-то вчера в Китае компания Xiaomi официально представила свой новый флагман, а именно Xiaomi 12. Что немаловажно, это первая модель компании с предустановленным интерфейсом MIUI 13. На базе Android 12 система богата на различные функции, упрощающие взаимодействие пользователя с девайсом. По ходу практически всей презентации Xiaomi не раз сравнивала данный смартфон и iPhone 13. Хочется отметить, что многочисленные фанаты, а также простые пользователи, также сравнивают эти два смартфона. Будем считать, что это самые прямые конкуренты. Как всегда, у компании Xiaomi большинство сравнений было в пользу, конечно же, Xiaomi. По-другому быть и не может. Много слов было сказано про экраны двух смартфонов. Во-первых, экран у смартфона iPhone 13 меньше на 1,28 дюйма. Плюс это или минус, решайте сами. Второе, iPhone 13 оказался даже шире на 1,6 мм. Также спорное заявление. Но сам смартфон Xiaomi 12 получил дисплей, конечно же, AMOLED диагональю 6,28 дюйма. На данный момент это самый компактный флагман на Snapdragon 8 Gen 1. То есть данным смартфоном должно быть удобно управлять одной рукой. Преимущество такого экрана – это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полный угол обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов. При абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Напоминаю, что совсем недавно компания Xiaomi объяснила, почему Xiaomi 12 оснащен экраном разрешением всего лишь 1080p. Это было сделано для увеличения времени работы смартфона без подзарядки. Разрешение экрана составляет 2400 на 1080 пикселей. Кадровая частота 120 Гц, причем она автоматически регулируется в широких пределах. Скажу сразу, смартфон Xiaomi 12 получился идеальный со всех сторон, особенно его стоимость. Удивит каждого из вас. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Продолжим говорить про дисплей. Защиту его обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Как говорит сама компания, мобильное устройство со стеклом Gorilla Glass Victus может пережить около 20 падений с 2-метровой высоты и при этом остаться целым. Но теперь о самом главном. Это, конечно же, цены. Они выглядят следующим образом. 8 128 580 долларов, 8 256 630 долларов, 12 256 690 долларов. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас присутствуют на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. 690 долларов это плюс-минус 50 тысяч, возьмем до 55. И мы знаем, что в этой конфигурации Xiaomi 12 получил целых 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Всего лишь 7 моделей. Это OnePlus 9 Pro, Xiaomi 11T Pro, Asus ROG Phone 5, Xiaomi Black Shark 4, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 и Oppo Reno 4 Pro. На мой взгляд, основной конкурент Xiaomi 12 это, конечно же, OnePlus 9 Pro. Тем более, стоимость данного смартфона от 50 до 60 тысяч, но e-каталог все сделал за вас, то есть вы тут можете выбрать того продавца, который на данный момент вам может предоставить максимум скидки, и для себя вы решите, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупке. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей, прочитав их, вы можете для себя что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Фронтальная камера с датчиком разрешением 32 мегапикселя врезана по центру. Стоит отметить, что тут широко применяются алгоритмы искусственного интеллекта для более реалистичной передачи кожных тонов и текстуры кожи при автопортретировании. То есть селфи-камера заточена на женский пол, так как именно прекрасные дамы всегда должны выглядеть восхитительно и превосходно.
Как и говорилось ранее, основная камера Xiaomi 12 представлена, конечно же, тремя датчиками. В главном используется 50-мегапиксельный сенсор IMX766 с диафрагмой f1.88. Пиксель тут достаточно большой, 1.0. Анонс датчика состоялся в декабре 2020 года. Устанавливается он в ряде топовых смартфонов. Здесь также реализована система оптической стабилизации и фирменная технология Cyber Focus. Это следящий автофокус не должен выпускать объект из кадра, вне зависимости от того, как тот двигается или куда направляется. Стоит отметить, что вспомогательные датчики также могут удивить требовательных пользователей, а именно модуль с датчиком разрешением 13 мегапикселей и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123 градуса. Третий модуль разрешением 5 мегапикселей предназначен для съемки макро. Xiaomi 12 получил однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1. Мы получили трехкластную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex-A710 трудится на частоте 2.5 и 4 ядра Cortex-A510 на частоте 1.79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Многочисленные умы компании очень хорошо оптимизировали процессор. Одним из результатов стала большая испарительная камера, конечно же, призванная адекватно охлаждать этот мощный процессор, что является большим плюсом, потому что Snapdragon 888, ну так себе был, он нагревал смартфон очень и очень хорошо. Однокристальная система соединена с оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, что является большим плюсом. Смартфон Xiaomi 12 получил аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки проводной мощностью 67 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. И обратной беспроводной мощностью 10 Вт. На полную зарядку аккумулятора будет уходить 36 минут. Это намного быстрее, чем 65-ваттное устройство конкурентов, включая Oppo, Realme и OnePlus. Кроме того, блок питания можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачков напряжения и, конечно же, перегрева. В конфигурации устройства также стереодинамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, модуль NFC, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модем 5G. Масса смартфона составляет 180 граммов. Ну что же, на мой взгляд, компания Xiaomi удивила всех. Во-первых, конечно же, ценой данного смартфона. Плюс-минус 500 долларов – это вообще ни о чем. Ведь мы получим достаточно крутой, интересный смартфон. Xiaomi 12 действительно заслуживает внимания. Данный гаджет показывает, что можно делать очень и очень качественный продукт за недорого и продавать его за какие-то 500 долларов. Это очень круто, потому что компания Xiaomi не пошла на поводу А-брендов и не сделала стоимость своих флагманов от 1000 долларов. Это очень и очень круто. Смартфон действительно получился мощный, действительно камеры топовые и все, на мой взгляд, очень и очень неплохо. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!